Пане Анатолію, доброго дня. Якщо ви мене чуєте, мене звати Данило. Я цікавлюся від імені глядачів громадського про те, яка ситуація в ці хвилини в Маріуполі. Здравствуйте, Данил. Ситуація в Маріуполі на настоящий момент все так же неопределенна і неясна. Вчера вечером в городі слышны були вистріли, в городі состояние близко к паническому. В банкоматах, в банках очереди. Люди не могут получить четкую, внятную позицию киевской власти, поэтому подвержены паническим настроениям. В каждом человеке сознанном они видят либо правый сектор, либо боевиков, но, в общем, все достаточно критично. Сегодня утром, в 8 часов утра, по поступившей информации, исполком был освобожден. Я туда прибыл несколькими активистами, увидел, что около исполкома находятся работники коммунальных служб, работники органов внутренних дел. Работники коммунальных служб убирали баррикады, которые возвели представители Донецкой Народной Республики вокруг исполкома. На флагштоке над горосполкомом флаг Донецкой Народной Республики как был, так и остался. На флагштоке перед исполкомом на мачте флаг Донецкой Народной Республики сменили на украинский флаг. Активисты-патриоты. Ну, что я могу сказать? В 11 часов собрался митинг где-то порядка тысячи человек из пророссийских настроенных граждан. И флаг Донецкой Народной Республики водрузили опять на исполком. В исполкоме никто не находился. Там, по информации работников, надели съемкости с неизвестным газом. Запах газа слышен не был, но глаза слезились. У тех людей, которые находились на улице непосредственной близости по входу в горосполком, был кашель и глаза слезились. По информации, которую мы получили потом, после того, как представители Донецкой Народной Республики зашли в исполком туда в часов в 11, некоторые из них получили отравление неизвестным газом и были госпитализированы. Состояние их в настоящий момент неизвестно. Из патриотов никто не пострадал. Выстрелов ночью в городе, при штурме исполкома, по крайней мере, жители лежащих домов не слышали. И могу вам сказать честно, город просто устал от этих игр царя горы. Освобождение, такое псевдоосвобождение исполкома у нас уже не первый раз. Несколько ранее была такая ситуация, когда исполком освободили, и после чего-то спокойно вернулись представители Донецкой Народной Республики. В этот раз ситуация повторилась аналогичная. То есть, кто освобождал исполком, непонятно. Судя по всему, те, кто там находились, они просто спокойно оттуда ушли, после чего в 11 часов туда они вернулись. Вот такая вот ситуация на настоящий момент. Анатолий, скажите, пожалуйста, а чи функционуют коммунальные предприятия в городе, чи функционуют банковские установы, зокрема, отделение Приватбанку? Коммунальные службы работают, транспорт по городу ходит. Люди на работу выходят, детские сады, школы, другие заведения сегодня, многие под влиянием информации не повели детей и, в принципе, правильно сделали, потому что вот после обеда поступило распоряжение детей забрать. Детей пособирали из дошкольных и школьных учреждений. А так городской транспорт работает, свет, газ, вода есть в домах. Анатолій, наскільки відчувається або не відчувається присутність українських силовиків в місті? Візуально ми їх бачимо. Тобто людей в формі міліції в місті бачимо. Особливо їх багато около міського совєту. Але фактично їх робота в тому, в чому вона повинна бути виражена, вона ніяк себе не проявляє. Вони локалізують місцеві безпорядки, тобто особо тих людей, які намагаються хуліганити, по крайней мере, то, что я сегодня видел. Люди нападают, действительно, агрессивно он очень относится к сотрудникам милиции. Сотрудники милиции являются просто заложниками ситуации, потому что невнятных разъяснений, судя по всему, у них нет. А какую позицию каждый из них занимает самостоятельно, тут трудно сказать. Судя по действиям, люди тоже деморализованы. Зрозуміло. Дякую вам сердечно. Анатолій Семенов, голова Маріупольського осередку удару, був в прямому ефірі громадського з інформацією про останні події в Маріуполі і про загальну атмосферу в місті.